доброго дня. Самих активних наших студентів я прошу присісти. Стоячи лекцію буде пану сприймати. Хочу задати вам запитання. А що таке кінотеатр? Ви чули хоча б принаймні? То хто чув? Подивіться. А хто ходить в кінотеатри? Вау! Ходять чомусь більше, ніж чую. А скажіть, будь ласка, а така мережа кінотеатрів, як мультиплекс, вам відома? Так! Ось, все. Такі, значить, в нас є про що розмовляти. Я чекаю, роблю подовжену прелюдію вступ до нашої лекції, тому що ще самі активні, які не дивно зараз сядуться на наші місця. А тому прошу вашої тиші, прошу вашої уваги, прошу вас слухати те, що ви зараз почуєте. Чому? Тому що сьогодні з нами не просто людина. Окрім того, що це просто чарівна, розумна, напевно, мудра дівчина. Цього я поки що не знаю, надіюсь, знає за сьогоднішню лекцію. Але сьогодні з нами не просто людина. Сьогодні з нами маркетолог з великої літери. Сьогодні з нами директор з маркетингу мережі Мультиплекс. І саме тому, просто я не даремно задавав питання, чи ходите ви в Мультиплекс, чи знаєте ви. А знаєте ви цю мережу? Саме завдяки цій людині, саме завдяки Анастасії. І тому ваші шалені оплески, і я передаю вам такі слова. Спасибо большое. Я буду пытаться говорить громко, несколько микрофонов, если что, кому-то не слышно. Поднимайте руку, говорите, чтобы я говорила громче. Окей? Спасибо большое. Вау, столько людей. И кто из вас счастлив? 50-50. Окей, мы сегодня будем разбирать тему. Она касается и счастья в том числе. Да? Те, кто не подняли руку, надеюсь, в конце презентации больше ответов. А давайте спросим, сколько из них маркетологи спросили? Так лучше слышно? Конечно. Так лучше слышно, да? Тогда мне придется меньше ходить. Тема счастья, на самом деле, она не просто так возникла вопрос. Я работаю, ну, около 15 лет, но 10 лет назад мне никто об этом не сказал. О том, еще, о том что я хочу с вами сегодня обсудить и чем поделиться. 15 лет назад я заканчивала университет, училась на 4-м курсе, и я училась до public relations, на факультете философских и социальных наук, и совершенно не имела представления о том, где я хочу работать. Потому что, конечно, можно было пойти в социологию, можно было пойти в политологию, какие-то варианты институтов были, но самый главный вопрос, который я себе не могла ответить правильно, это где, чем же я реально хочу заниматься. И некоторые люди дают такие советы, какая разница, какую работу ты делаешь, да? Главное, чтобы было красивое резюме. Кто так считает? Отлично. Но есть еще много людей, которые считают именно так, что иди в эту компанию, иди на эту работу, потому что должна быть галочка в резюме. Это очень хорошо, что если вы так не считаете. Потому что Уоррен Баффет говорил, делать какую-то работу ради резюме, это все равно, что берегать секс на старость. Вы не можете просто работать в компании для того, чтобы не получать удовольствие от того, что вы работаете, не ставить перед собой реальные цели, но иметь какую-то галочку в резюме. Зачастую резюме имеет значение, оно важно, конечно, как оно составлено, но оно имеет меньшее значение, чем то, кем вы на самом деле являетесь. И вот моя история поиска работы, моей мечты. Когда я училась на 4-м курсе, я повстречала своего будущего мужа, он был старше, и он спросил меня, а что ты любишь делать, что тебя реально привлекает. Я думала, мы очень много это обсуждали, мне нравится фестиваль «Каннские львы». Вы знаете «Каннские львы»? Я хочу поехать на «Каннские львы», и я хочу снимать рекламные ролики.
Он говорит, ну почему ты тогда пытаешься пойти на работу, которую тебе там мне предлагали как раз, ты переводчиком, я хорошо знала французский язык, какая-то компания по иммиграции в Канаду, можно было устроиться, консультировать, переводить. И он мне задал вопрос, зачем ты хочешь пойти в эту компанию, если твоя мечта и твое желание совершенно другое. И я поняла, что он прав. И в этот момент я спросила, а что же мне делать? Я не знаю никого из рекламного бизнеса, у меня нет опыта, мне 20 лет, и что дальше делать? И он мне дал совет, возьми, найди на рынке 10 рекламных агентств, которые на рынке звучат, известных агентств, разошли всем резюме. И скажи, что ты хочешь работать, что это работа твоей мечты. Я покупалась этот справочник, когда диплом был не очень хорошо, он уже был, но не так красный, конечно, сейчас. Где-то я искала эти телефоны. И в итоге я отправила свое резюме в 10 компаний. Это были компании, может, вы слышали, Saatchi Saatchi, Machinerix, Nuvento, все международные большие рекламные холдинги. И я не получила ответа. Я ждала неделю, две недели. Я уже начала очень сильно беспокоиться, что же происходит. И я получаю ответ из двух агентств, что вы можете там давайте пообщаемся. И из двух агентств я выбрала агентство Saatchi Saatchi, потому что оно было более известно. Я пришла на собеседование, мне задали вопрос, а, как бы, вы написали резюме, что вы готовы работать бесплатно. И это действительно было так, что для меня было очень важно получить этот опыт, да, который я хотела получить в рекламной индустрии. Я сказала, да, мне на самом деле это просто моя страсть. Я просто мечтаю попасть на Каннские львы и попасть на фестиваль рекламы и снимать видеоролики. И моя дипломная работа была посвящена полностью созданию видеороликов и креативных концепций. И я помню выражение лица Виктории, это директор Saatchi Saatchi, она была очень удивлена, сказала, окей, мы дадим вам $200. Это была моя первая зарплата, я была очень счастлива, потому что, естественно, что я не думала в тот момент о деньгах, я думала все-таки о том, как попасть в место работы, о которой я мечтала. И на самом деле, эта небольшая история, она изменила всю мою жизнь, и она построила мою карьеру таким образом, чтобы дойти до какой-то точки, где я нахожусь сейчас. Но о чем бы я хотела поговорить, это об ошибках, которые мы делаем по пути следования, да, в финальную точку, по пути строения нашей карьеры. Не все так было просто на самом деле. Да, я получила работу своей мечты, и я очень счастлива провела там почти 4 года. И расскажу немножко, как строился бизнес, как строилась карьера. Но вопрос в том, что сохранить эту страсть к своей работе и сохранить эту любовь к своей работе, это очень тяжело. Это точно так же, как строить отношения в семье или с любимым человеком. Вопрос, когда романтика уходит, а у меня, естественно, романтика пошла в какие-то первые месяцы, я поняла, что на самом деле не все так просто, и никто меня в Канны не собирается отправлять, и ролики я не буду снимать, на самом деле я сижу в каких-то бумажках, и езжу по каким-то промо-точкам, и совершенно разная работа. И, естественно, этот запал немного угасает, и ты думаешь, может быть, я сделал ошибку. Так вот, мы сегодня говорим о том, как не сделать этих ошибок, как выбрать для себя стратегию роста, как выбрать для себя цели и планирование. Такие картинки, я на самом деле очень люблю всякие мотивационные картинки на Pinterest, на Instagram. Они так немножко задают фокус, не обязательно их сидеть постоянно, да? Но вы должны четко понимать, какие ограничения у вас есть, и, естественно, нарушать правила, наверное, да, которые могут вас ограничивать в том, чтобы поступить или попасть на место своей мечты. Возвращаясь к целям и к планированию, история о том, как, каким образом попасть на работу в своей мечты и как все-таки сделать так, чтобы быть счастливым. Я не просто задала вопрос, кто счастлив, кто нет, потому что
это, наверное, одно из ключевых наших ощущений, когда мы ищем работу или когда мы коммуницируем с людьми. Насколько мы внутри себя чувствуем уверенным, насколько мы внутри чувствуем себя счастливым, от этого зависит и то, на какую работу мы выбираем. Так вот, ключевые факторы успеха в бизнесе. Здесь на английском, ну, я надеюсь, что все английские знают сейчас. 15 лет назад, честно скажу, мы в английском учили так, для галочки. Да? Сейчас все больше и больше людей и должны, естественно. Английский не является иностранным языком, является must сейчас. Да? Вы можете учить какой-то второй, третий, но на английском нужно говорить свободно. Так вот, ключевые факторы успеха любые компании, которые будут перед вами выступать, с которыми вы будете сталкиваться, они будут говорить о том, что люди – это ключевой фактор. И естественно, что люди – это то, что драйвит компанию, это то, что приносит компании успех, приносит компании продажи. И без людей, без командного образования бизнес, в принципе, может развалиться в любой момент. Это то, что составляет ключевой ресурс для компании. Мы о людях и о командообразовании поговорим чуть-чуть совсем позже. Я расскажу, какие ошибки можно допускать при работе в команде. Они есть у всех, они достаточно классические, и они очень зависят от того, каким образом вы себя чувствуете на работе и какой фокус вы для себя выбрали. Стратегический фокус – это то, куда идет компания. Если вы знаете, может быть, правила золотого круга. Это правило, оно на самом деле очень простое, но компании, которые реально успешны, они задают себе один и тот же вопрос. Первое, что я делаю? Компания Apple производит айфоны и компьютеры. Отлично. Но почему компания Apple является лидером на рынке, почему мы все хотим iPhone, но не очень хотим Nokia, например, да? Второй вопрос, который задаете себе, это как я это делаю? Как я это делаю в компании, с помощью каких инструментов мы работаем? И самый главный вопрос, который не все компании себе задают, но который вы должны задавать себе практически всегда. Why? Почему я это делаю? Почему я хочу поступить в этот университет? Почему я хочу устроиться в эту компанию? Почему я хочу общаться с этими людьми? Кем я вижу себя через 5-10 лет? Достаточно стандартный вопрос. Я не очень его люблю, честно говоря. И на собеседованиях, когда мне говорят, раньше, кем вы видите себя через 5 лет? Естественно, есть какие-то стандартные шаблоны. Это хорошо иметь для себя картинку, но гораздо более важно задать себе вопрос, почему я вижу себя так через 5 лет? Почему у меня есть картинка в голове, когда у меня огромный дом, какая-то успешная карьера, все прекрасно, зачем мне это нужно? Да? Вот компания Apple, если приводить пример, то эта компания, большинство компаний фокусируется здесь. Что и как? Мы делаем компьютеры, мы делаем вот качество. Почему мы это делаем, зачем мы это делаем, что нужно нашему потребителю. Это основной вопрос не только в бизнесе, но и в личностном росте. Вот стратегический фокус, о котором мы говорим как о ключевом факторе успеха, это опять-таки фокус для кого и зачем мы делаем. Операционные процессы в любой компании очень сложные и достаточно такие скучные. Но расскажу пример. Если вы знаете такой кинотеатр «Лавина Мол», да, на Берковецке, это новый кинотеатр, один из крупнейших кинотеатров, кстати, кинотеатр «Берковец». У нас 22 кинотеатра, в моей команде 10 маркетологов и 22 маркетолога регионов. То есть у нас есть во Львове, в Харькове, в Днепре. И моя команда осенью прошлого года получает информацию, что оказывается, нам нужно открыть 4 новых кинотеатра за 2 месяца. Это челлендж, это вызов. Команда, которая открывала 2 кинотеатра в год, должна сфокусироваться максимально и приложить максимум усилий для того, чтобы успешно, качественно и очень эффективно открыть 4 кинотеатра. На
наши операционные процессы в какой-то момент просто застопорились. И моя команда пришла ко мне и сказала, мы не успеваем, у нас безумное количество задач, никто не понимает, что делать, и, естественно, нам нужна твоя помощь. Что мы сделали? Мы на 2 дня уехали. Уехали из Киева, мы взяли тренера. Если вы слышали Agile Management, кто-то слышал про Agile? Окей. Ну, почитайте, это очень интересно на самом деле. Agile больше используется в IT-компаниях, но мы сейчас говорим о не IT-компаниях, о индустрии развлечений. Это управление проектами. Мы уехали на 2 дня, мы уехали за город, мы взяли тренера, и в составе 30 человек из управляющей компании, маркетинг, коммерческий департамент и архитекторы, которые строят наши кинотеатры и делают дизайны, уехали учиться. В самое-самое жаркое время, когда у нас было безумное количество задач, мы поехали учиться. Так вот, Agile Management — это специальная технология, которая, тоже методика, которая позволяет управлять проектами быстро и качественно, а в первую очередь это командообразующая методика. Каждый день в 10 утра мы стоим возле большой доски, на которой указаны все наши задачи. Их может быть 150, их может быть 200, их может быть 100. Все зависит от ситуации. 15 минут мы обсуждаем, что мы делали вчера, что мы будем сегодня делать и какие проблемы у нас могут возникнуть сегодня при решении тех или иных задач. Это операционная деятельность компании, которая позволяет руководить проектами максимально качественно. И вернусь еще к этой теме, каким образом команда может развалиться за один день и каким образом можно команду собрать для того, чтобы максимально эффективно сделать те или иные проекты. Физические ресурсы, понятно, это финансы, это оборудование, это все, что есть, все те инструменты и ресурсы, которыми вы пользуетесь для достижения вашего успеха. И, конечно, отношения с вашими потребителями. Да? Опять-таки, возвращаясь к вопросу, почему, для кого я это делаю. Любой продукт, который вы запускаете на рынок, любой проект, который вы делаете, любую работу, которую вы пишете, если вы хотите писать стихи, книги, песни, вы должны спросить себя, для кого я это делаю. Конечно, вы должны это делать для себя в том числе, чтобы почувствовать себя более уверенным или счастливым, или если вам это приносит удовольствие. Но в том числе вы должны понимать целевую аудиторию, вашу целевую аудиторию и вашего потребителя. Личные факторы успеха, они отличаются немножко от бизнеса, но тем не менее, если мы возвращаемся к вопросу о том, что самое главное в компании – это люди, и самое главное в построении команды, в построении карьеры в том числе – это коммуникация с людьми. Тут я сделаю небольшое отступление. У нас в компании совершенно разные люди работают, естественно, и приходят новые люди, которых мы берем временно поработать, интерны. И зачастую бывают такие случаи, когда человек приходит и он не совсем понимает, что делать, и с этим сталкиваются абсолютно все, да? Особенно в молодом возрасте, особенно студенты или особенно интерны. И есть 2 типа людей. Первый тип людей – это который постоянно спрашивает, он инициативный, он интересуется, и человек приходит и говорит, я хочу работать, я хочу это делать, пожалуйста, помогите мне, дайте мне задание. Второй человек будет ждать, когда к нему подойдут. Какой из них будет более успешным? Наверное, тот, который более активный. Зачастую социотип определяет работу, которую вы выбираете, и определяет вашу карьеру. Вот, нарушайте правила, не стойте в очереди. Это очень простая история. Если вы знаете такого Саймон Синек, он написал книгу «Start with Why». Очень интересная книга. Опять-таки, таки будет технология по поводу золотого кругла. Он рассказал такую очень интересную историю в своем выступлении, что они с другом были где-то на каком-то мероприятии, и были бесплатные сэндвичи. И он сказал другу, слушай, я хочу бесплатный сэндвич, пошли возьмем. Он говорит, там такая очередь, реально, ну посмотри, очень много людей. Ну давай не будем. Саймон говорит, нет, ну слушай, я реально очень хочу, они же бесплатные, просто
бесплатно следующий, давай просто возьмем. Да нет, вот там такая очередь, ну, давай как-то, может быть, с ним обойдемся. В итоге его друг не взялся ничем. А Саймон рассказывает про себя, что он тихонечко протянул руку и взял любые попавшиеся сэндвичи, у него не было вариантов выбора, но он вытянул эти сэндвичи и поделился со своим другом. Так в чем проблема, я же никому не мешал, но я, главное, что я не стал ни перед кем в очереди, я просто засунул руку, но взял первое попавшееся, но тем не менее это был результат, и его цель была у него в руках. Вот не стоите в очереди, это вопрос инициативности и энергии, и вашего желания, до какой степени вы готовы бороться для достижения своей цели. Еще одна история, она здесь, наверное, больше будет говорить о том, каким образом получить тот или иной опыт в компании. История Нельсона Манделы. Он рассказывал о том, что его отец зачастую брал его на какие-то собрания, и все сидели в круге. И правило его отца было в том, чтобы всегда говорить последним. Он всегда слушал всех, он всегда спрашивал, задавал вопросы, но он никогда не высказывал свою точку зрения, пока до него не доходила последняя очередь. Слушать — это не просто быть внимательным к информации. Слушать — это также интересоваться и впитывать максимум информации, которую вы можете получить на новом месте работы. Инициативность не предполагает, что вы становитесь замкнутым, что вы не можете спрашивать, или вы должны, там, простите, сбилась. Слушать и быть внимательным к людям, которые вас окружают, не предполагает, что вы постоянно находитесь в замкнутом положении и молчите, и не проявляете инициативность. Это может быть совершенно гармоничная история. Я расскажу свой опыт работы на большом производстве. Это было одно из киевских больших производств. Три завода, номер три в Европе по производству картонно-бумажных изделий. И когда я пришла на работу, у меня это было почти 5 лет назад. Честно скажу, у меня не было опыта работы в FMCG с таким огромным производством. Но у меня было огромное желание узнать как можно больше. Первый вопрос, который мне задал собственник компании буквально через 2 недели после старта моей работы, и первая моя ошибка, которую я сделала, он мне спросил, а ты на производстве была? Я не знала, что ответить, сказала, что нет, я еще не дошла, потому что у меня же куча бумаг, мне нужно стратегию разработать, мне нужно было дизайн разработать, куча исследований. Я сказала, ну, это странно, прошло 2 недели, и ты еще не дошла до производства. Первое, что ты должна была сделать, это пойти на производство, это стоять у станка, это общаться с людьми, задавать им вопросы, как это работает, какие инструменты используются, сколько стоит оборудование. Все, что можно узнать в технологическом процессе, только тогда ты можешь приниматься за разработку стратегии. Я очень благодарна этой компании именно за то, что теперь, приходя в любую компанию, естественно, первое, что вы должны сделать, это узнать о производстве, это понять, как работает компания. Если это кинотеатр, естественно, нужно поехать в кинотеатр и понять, как он работает. Если это производство, это может быть завод. Если это компания по оказанию услуг, максимум информации, которую вы можете получить, это от людей, которые работают на местах. Зачастую региональный менеджер, который у нас работает в Львове, Харькове, или Чернигове, или Полтаве, знает гораздо больше на месте и делится с нами. И это самый большой, это очень полезная информация, и для нас большой вклад, потому что мы спрашиваем и собираем информацию. Хочу немножко обратиться даже к тому же Саймону, когда о постановке целей, да, и о поиске. Я буду возвращаться все время к поиску работы и к тому, каким образом вы можете выбрать свой путь, и каким образом ваша первая работа может повлиять на всю вашу карьеру. Так случилось со мной, так может случиться с вами, что какой-то случайный совершенно фактор может повлиять на ваши ближайшие 15 лет.
Так вот, найдите свою страсть и ставьте перед собой цели. Когда мы говорим о том, что я люблю делать, как я люблю делать, и какие мои сильные стороны я могу применить на практике в той или иной компании, все это ведет вас к тому, чтобы вы очень для себя четко распланировали ваш дальнейший план действий. Я хочу уточнить, есть ли у кого-то из вас написанные цели на ближайший год? Окей. Мало. Честно говоря, я пишу все время цели, но вопрос не только в написании цели. Если знаете такое слово, как прокрастинация, да, это когда мы пишем, а через месяц мы на самом деле забываем, что мы написали, и это лежит у нас в тумбочке, и мы не сильно туда обращаемся. Так вот, есть методики Брайана Трейси, которые рассказывают, каким образом вообще добиваться целей. Вы пишете 10 целей, самых главных, которые вам кажется, что они для вас очень важны и значимы, на листочке. Но как их проранжировать, как понять, что действительно для меня важно в данный момент времени? Вы представляете, что одну из этих целей вы можете достичь ее в ближайшие 24 часа. И вы должны выбрать из своих 10 пунктов какой-то один пункт, который реально вы хотите получить за 24 часа. По сути, это и будет ваша главная цель. Фокусировка на этой цели и дальнейшее планирование, инструменты, которые вы будете использовать, все это крайне важно не только при построении карьеры, не только при построении своей жизни, да, и своего пути. Все это важно для того, чтобы вы для себя понимали, чего же я хочу и чего я хочу добиться. Планирование – это, еще раз возвращаясь к кругу, что я делаю, как я делаю и почему я делаю. Когда вы придете в компанию к новому работодателю, который будет вас спрашивать, я приведу элементарный пример. Я пришла в компанию Multiplex 2 года назад, и у меня не было работы, не было опыта работы в индустрии развлечений. И первое, что я сделала, естественно, я должна была разобраться, как работает структура, какие есть подводные камни, какая есть специфика. Но у меня была команда, и команда была уже на месте до моего появления. И что мне стало интересно, я каждого из участников команды попросила написать мне, что я хочу делать, о чем я мечтаю, и что я реально делаю. И мне было интересно посмотреть, каким образом совпадает то, что они реально делают, с тем, что они хотят делать. Результаты, честно скажу, были 50 на 50. Часть работы действительно им не нравилась, и они очень хотели ее делать, но часть работы была совершенно не по душе тем или иным людям, потому что оно каким-то образом было противоречило их внутреннему состоянию. Есть люди, у нас есть прекрасный дизайнер, который он занимается дизайном, и он не очень коммуникабельный. И, конечно, если я попрошу его организуем премьеру и пригласим кучу людей, кей-опинион лидеров, и ты все организуешь, мне кажется, ну, как бы это вообще не мое, нам просто не справлюсь, нам же нужен результат. Таким образом, мы в команде внутри потихонечку настраивали систему работы, когда каждый из команды пытается брать на себя проекты, которые в первую очередь ему интересно и он бы хотел делать. Во вторую очередь команда помогает друг другу справляться с задачами, они очень поддерживают друг друга, задачами, которые, возможно, ну, не так сильно нравятся. Но тем не менее, как если мы говорим о структуре команды и о структуре проекта, то люди, которые заряжены проектом, которые хотят делать этот проект, они показывают гораздо больше эффективности в процессе ее выполнения тех или иных задач. Я буду приводить примеры, наверное, спикеров, и, может быть, вы знаете, кто знает Тони Робинса? Мало. Это те же люди, у которых есть список целей, да? Ну, это стоит 70 миллионов долларов, чтобы оплатить его коучинг. Да, да. Но он очень дорогой коуч, да. Но тем не менее, куча его книг и
я очень рекомендую все-таки читать и смотреть, потому что иногда кажется, что он говорит какие-то прописные истины и просто о том, как добиваться, как быть эффективным, как быть энергичным, как быть счастливым, и... но какие-то моменты вы для себя однозначно найдете, и он вдохновляет. Главное – практиковать. Отлично. Особенно практикам. Да. Так вот, без падений и ошибок не может быть роста. Честно скажу, у меня есть на пути, скажем так, карьера несколько, ну, не несколько, наверное, достаточное количество ошибок, но я всем вам благодарна за то, что, во-первых, это опыт. Любая ваша ошибка, любое ваше увольнение, может быть, вы потеряете работу в ближайшее время, когда только поступите. Никто не застрахован, теряют работу и профессионалы, и только что пришедшие люди. Это совершенно нет ничего страшного, потому что это опыт, это период, когда вы можете переосмыслить и понять для себя, куда дальше. Так вот, когда мы говорим об ошибках, вопрос восприятия этой ошибки. Я приведу пример ошибки моей, как руководителя маркетингового отдела. Когда ты приходишь в новую компанию, и это то, с чем вы столкнетесь, естественно, когда вы попадете на свою первую работу. Первое, что со мной произошло, у меня было два очень серьезных больших проекта, и я решила, что я смогу их сделать самостоятельно. И помощь мне особо не нужна, потому что я пришла в незнакомый коллектив, я знаю, как что делать. У меня есть все инструменты для того, чтобы выполнить свою работу, и у меня есть команда из 7 человек, которых я не очень хорошо знаю. И на самом деле времени наводить с ними коммуникацию у меня не было, но, скорее всего, у меня не было просто желания, потому что внутри себя я чувствовала, что ну, я, наверное, сама справлюсь. И это является глобальнейшей ошибкой очень многих руководителей. Непонимание важности команды, непонимание важности коммуникации со своими партнерами, коллегами, друзьями. Потому что то, что вы можете сделать в команде, то, что вы реально можете добиться, когда вы все вместе, это совершенно две разные истории. Так вот, моя ошибка, я пришла, и нужно было актриской на театр, я забаррикадировалась, в итоге через где-то 2 месяца ко мне пришли ребята, которые со мной работают, сказали, ты понимаешь, ты сидишь тут до ночи, с утра до вечера, а мы уходим в 6, и мы чувствуем себя ненужными. И на самом деле мы вообще не понимаем, что мы тут делаем. Когда команда, с которой ты ну, вроде как должен настраивать контакт, говорит тебе так, это повод задуматься о себе в первую очередь. Это не они плохие, это не компания плохая, это не кто-то извне что-то сделал, или там ситуация, экономика, кризис. Нет, это в первую очередь ваша собственная проблема. Если кто-то вам говорит, обрати внимание на вот это, первое, что вы можете сказать, спасибо, потому что вы этого не видели. И с этого момента начался такой, ну, есть много книг по командообразованию, есть много книг по эффективности, развитию командных отношений. И вот с этого момента, с этого прихода команды ко мне и рассказа о проблеме, начался наш, наверное, самый лучший период. Последние полтора года мы работаем совершенно по-другому и прекрасно, эффективно, используя разные методики, agile management и распределение тех или иных функций между членами команды. Так вот, здесь такой, казалось бы, простой фразе, да, не бояться падения ошибок, на самом деле очень много смысла. Зачастую люди приходят, когда новый человек приходит в компанию. И каждая ошибка воспринимается очень болезненно. Особенно, когда есть, возможно, нет большой тактики, да, по отношению к вашей работе. И вы воспринимаете это ну, слишком мощно. Так вот, воспринимайте это просто как опыт, воспринимайте это просто как учебу. И мне 35 лет, я до сих пор учусь, я до сих пор рада, что ко мне могут прийти топ-менеджеры или какие-то партнеры и сказать, мне кажется, ты здесь делаешь неправильно. И я говорю всегда,
вау, супер, спасибо, потому что никто мне об этом не говорил, естественно, что я пытаюсь делать лучше. Принимайте это на себя. Негатив – это всегда рост. Любое падение, любое увольнение – это всегда возможность найти что-то получше. Посмотрите, Тони прекрасные, у него есть и очень классные лекции и о мотивации, и о том, как, что строить, и он создает очень желание. Когда мы планируем и ставим перед собой цели, на самом деле поднялось руку по поводу целей, наверное, около 10. Можно еще раз, кто пишет цели? 15, плюс-минус. На самом деле, когда мы пишем цели, это не для того, чтобы их вычеркивать, да, потому что цели – это просто ваш билборд для того, чтобы периодически в него заглядывать и понимать, оттуда ли я иду. Если неправильно сформулированные цели приведут вас просто не в свою область, точно так же, как касается работы. Что вы ставите выше – деньги или любовь? Любовь к работе. Можно искать миллион позиций и предложений на рынке труда и подумать, что ну, здесь же платят больше на 2000. Вот. Но на самом деле я это не люблю делать, я люблю делать совершенно другое. Что вы выберете, это ваш личный выбор, и он обусловлен очень большим количеством факторов. Но как показывает моя практика, в момент, когда я думала, что наверное, я пойду туда, потому что мне там больше заплатят, и я больше вырасту. Заканчивалось крахом, потому что проходит 6, 9, 12 месяцев, и ты понимаешь, что это вообще не твое, и ты не можешь находиться в этой компании, и ты хочешь побыстрее уйти, просто потому что ты не можешь работать. А эффективная работа зависит от вашего внутреннего состояния, естественно, когда вы заряжены проектом, вы будете делать, и будете делать эффективно. Так вот. Моя карьера начиналась в рекламном агентстве «Сачи-Сачи», потом я перешла в другое агентство, и, наверное, около 8 лет работала только в рекламном бизнесе, мы делали очень много рекламных кампаний, снимали видеоролики, мы ездили на фестивали, и моя мечта осуществилась. Но в какой-то момент возникают амбиции. Это такое очень важное слово. Кто считает себя амбициозным? Я тоже. И вот мои амбиции помешали мне продолжать карьеру. Расскажу историю. Я работала в рекламном агентстве, и у меня была очень такая важная позиция. Меня называли аккаунт-директор. Под аккаунт-директором есть аккаунт-менеджер, есть аккаунт-экзекутив. Это все руководство проекта. Аккаунт-директор, он руководит проектом. Допустим, приходит Vodafone, это большой клиент, и ты должен Vodafone обслужить по всем каналам коммуникации, медиапланирование, креативные концепты, ты руководишь командой, аккаунт-менеджер, экзекутив, дизайнер, креативный. И в какой-то момент мне показалось, что я уже очень опытный человек, я же уже через 6 лет работаю в рекламном бизнесе, и я, наверное, могу уже прыгнуть на ступеньку выше, а на ступеньку выше это называется группный аккаунт-директор, который входит уже несколькими группами. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит то, что компания берет на работу другого человека, которого ставят надо мной. Мои амбиции в этот момент, естественно, как у очень многих из нас, у нас есть соперничество, у нас есть конкуренция, и в этот момент я чувствовала себя, что меня недооценили, и я должна просто, наверное, что-то делать, потому что я очень несчастлива от того, что меня недооценили. И что я сделала, как вы думаете? Почали працювати проти цього парня. Хороший вариант. Я уволилась. Почему я рассказываю эту историю? Так вот, амбиции и неправильная оценка себя, и неправильная оценка своих способностей и своих целей. В какой-то момент я просто отступила от мечты, которую я очень долгое время я шла по пути того, что мне нравилось реально работать. Я ушла из компании и ушла в банк.
Можете себе представить, что такое уйти из рекламного бизнеса, креативного, да, уйти в банк. Системная, очень организованная структура, все в костюмах, все ровно в 8 на работу, пропуска. Ну, у нас в агентствах это все по-другому немножко было. Мои амбиции привели меня к тому, что почти 2 года я работала в компаниях, которые, может быть, и платили больше, или, возможно, я получала какой-то опыт, но для меня это было падение. Падение в плане осознания себя как маркетолога, как рекламщика и, в первую очередь, отступления от своей мечты. Я очень быстро почувствовала, что совершенно не то, чем я хочу заниматься, что коллектив, в котором я работаю, это не мой коллектив, что сфера, в которой я работаю, это совершенно другая сфера, я не хочу в ней работать. И в итоге потихонечку начинают очень многие факторы начинают разрушать, да, то, что происходит вокруг. Может, это совпало с кризисом, кризис тоже был, но тем не менее. Когда мы говорим о целях, когда мы говорим о планировании и когда мы говорим о страсти, я имею в виду страсть к тому, что вы делаете, помните о том, что наметили себе путь, наметили себе цель, двигайтесь к ней. Шаг влево, шаг вправо приводит к тому, что на 2-3 года вы можете выпасть просто и пытаться делать что-то другое, но с таким совершенно фокусом, и не всегда это приводит к результату. Иногда риск оправдан, когда вы понимаете, что я хочу рискнуть, и мне действительно это нравится. У меня так было с собственным бизнесом. Мне показалось, что почему бы не заняться своим бизнесом, я уже достаточно опытный маркетолог, и попробую что-то создать. Так вот, для того, чтобы что-то создавать, нужно как минимум понимать, опять-таки, что я делаю, как я делаю, и для кого, и почему я делаю, а не просто у меня пришла в голову идея, и я думаю, что сейчас все получится. Нет плана, нет цели, нет результата. Настя, можно вопрос? Да. Я пользуюсь своим глупым таким коррупционным положением. Вот, я думаю, что для всех будет очень интересно представить себе такую ситуацию. А вот есть такая вот крутая, опытная Анастасия Давыдова, директор по маркетингу большой-большой компании. И вот к ней приходит на собеседование 20-летняя Настенька Давыдова, такая юная, такая красивая, такая вот жаждущая всего. Вот скажите, как бы вы провели это собеседование? Это первое. А взяли бы вы ее на работу? И вот взяли, не взяли, но в конце все равно же какое-то резюме вы бы человеку, наверное, сказали. Вот какие бы советы вы дали той Настеньке Давыдовой, которая 20-летняя, которая вот она вот вся вот желает куда-то гореть? Вот, взяли, не взяли, и какие советы основные, если можно? Спасибо большое за вопрос. Ну, скажем так, в моем случае я говорила, да, что первая моя работа была абсолютно, ну, это просто был passion, это настолько была страсть именно работать в этом агентстве. И для меня не важно было ничего, просто, наверное, сгорело желание, потому что только ваше агентство может сделать меня счастливым, больше ничего. Но когда мы проводим собеседование, и зачастую я иногда провожу такие небольшие коуч-сессии, да, со своими, скажем так, младшими коллегами или знакомыми, я всегда спрашиваю один и тот же вопрос. Зачем ты хочешь здесь работать? Что тебе даст эта работа? И лежит у тебя душа к киноиндустрии или к экономике, или к праву, или к психологии, что ты реально, зачем, опять же. Если, когда мы видим людей, которые к нам приходят, и в принципе, когда человек может быть, ну, по психотипу, они могут быть очень похожи, они энергичные, они инициативные, они очень умные, но тот человек, который понял, как работает наш бизнес, который немножко почитал, залез в интернет, который горит желанием развивать кинорынок, например, да, или развивать нашу индустрию, который владеет знаниями не просто «я хочу вас работать», потому что, но владеет немножко пониманием специфики рынка, это и есть, наверное, мой совет. Тому будут предпочтения. Мой совет, любую компанию, в которую вы идете на собеседование, зайдите на LinkedIn, зайдите в
Google, почитайте об этой компании, почитайте все новости, которые об этой компании пишутся. Посмотрите интервью топ-менеджеров или директоров, или сейлс-менеджеров об этом бренде или об этой компании. Это даст вам необыкновенно много информации, которую вы сможете оперировать. И задавайте вопросы. Когда вы приходите на собеседование, не обязательно, что вы будете только отвечать на вопросы, задайте сами вопрос. А вот я прочитала вот эту информацию, а расскажи, а почему? Вот почему так произошло? И мне стало интересно, почему ваш бренд, например, продается в Армении, но не продается в Грузии, да, это экспортное отношение. Любой точечный вопрос давает вам несколько баллов. Честно скажу, из таких достаточно классических требований к людям, которые к нам приходят, очень большим плюсом является все-таки коммуникабельность и умение себя продать, и умение себя преподнести, и умение работать в команде. Забудьте слово «я». Опять-таки, моя ошибка на протяжении очень многих лет, когда я говорила, так я вот это, да я вот это. Нет, есть мы. В любой компании, когда вы работаете в команде, есть мы. И вы составляющая часть того или иного проекта. Английский, естественно. Сейчас, наверное, я об этом уже говорила, у нас есть проекты, которые мы сейчас продвигаем, да, это фильмы на английском языке. Мы смотрим на английский, это нам важно, потому что мы работаем с Warner Brothers, Universal Pictures, все знаете, да, Fox и так далее, это все голливудские студии, естественно, у нас есть еще английский язык. Можно и, да. А коли, вот вы кажете, мы... Відповідальний за невдалий проєкт на кого перекладається? На мені. Або тут відповідається я? Да, ну когда ви хвалитесь, лучше говорить ми. Да, от ви хвалитесь ми, от... Вопрос ответственности, опять-таки, если мы говорим о ключевых факторах успеха, и берите на себя ответственность, зачастую бывают такие истории. Приходит молодой специалист, он поработал 6 месяцев и говорит, приходит к руководителю проекта и говорит, что-то мне как-то ну, не вообще, что-то мне не нравится у вас работать. Я спрашиваю, ну почему? Что произошло? Да? Поколение-миллениалов, скажем, да, так называемое. Ну, я не чувствую своего вклада в компанию. Но ты же работаешь 6 месяцев. Ну, может, это слишком мало. Есть ситуации, в которых молодые специалисты, но это не только молодые специалисты, это не важно, есть разные люди. Мы видим гору, и мы видим финальную ее вершину. Но чтобы подняться на эту гору, иногда занимает 2, 3, 5 лет, для некоторых 10 лет. Но мы сейчас живем в то время, я смотрю, к моей дочери 12 лет. Она говорит, я хочу в Лос-Анджелес. Я говорю, ну как бы у меня нет планов, и ну, я не могу сейчас поехать в Лос-Анджелес. Мам, ну сделай что-то, как-то быстрее. Я говорю, ты понимаешь, ну как бы для того, чтобы поехать в Лос-Анджелес, нужно как бы сделать очень много чего. И, возможно, ты поедешь туда через год. Она, через год. То есть мы очень-очень быстро сейчас хотим все получить, естественно. И, но по факту наши ожидания expectation reality, да, наши ожидания с реальностью не имеют много значения, не имеют под собой наверное, платформы, если можно так сказать, потому что мы видим финальную точку, мы видим вершину, можно видеть цель, но под каждой целью должен быть четкий план действий, и этот план действий может занимать месяцы и годы. Поэтому, когда мы говорим «мы команда», если мы ошибаемся, зачастую руководитель, естественно, берет на себя определенную ответственность, потому что в его руководстве что-то пошло не так. Потому что роль руководителя и роль лидера – это очень вовремя найти ошибки, найти слабые места в команде и моментально их устранить. Как мы построили работу и… Как мы построили работу внутри команды, и почему я говорю, что лидер – это не начальник, да?
Есть лидеры, лидер стоит внутри команды. Он не сидит в отдельном кабинете. Он всегда вместе с командой что-то вместе с ней делает, драйвит ее, мотивирует, вдохновляет. Есть начальник, который сидит обычно в отдельном кабинете, отдает директивы. Моя ошибка, и мне очень нравится говорить о своих ошибках, миллион на самом деле. И почему нравится? Потому что когда ты с ними справляешься, это круто, это очень классно. Ты чувствуешь, что да, я делала вот так, это было неправильно, это не работает, но сейчас я знаю, как сделать по-другому. Вот моя ошибка, я очень долго играла в начальниках, и команда работала с начальником. Как только команда стала работать вместе, появились мы, и ушло я, совершенно другой появился результат и эффективность проекта. Есть еще вопросы? Я думаю, так вот слышу. Просто на самом деле, вот действительно, как-то люди зачастую говорят об одном и том же. Вот с Кристиной сейчас перемигиваемся, потому что последние несколько дней о чем мы говорим? О том, что на самом деле, когда проводят какие-то вот лекции большие, рассказывают о историях успеха, вау-вау, это моя история успеха, о чем говорят? Говорят о результате, о какой-то конечной истории. Но опять же, согласитесь, что не у каждого из нас 100% результат это позитивный, правильно? Соответственно, вам, как молодому поколению, нужно скорее изучать не те результаты, которых кто-то достиг в определенных условиях, при определенных ресурсах, еще при чем-то, а скорее тот путь успеха, который человек создал. Постановкой цели, то, как он действительно эти цели обработал, как он их реализовал, вот это для вас очень важно. И по поводу, опять же, там, детского достижения результата, если кто-нибудь занимается восхождением в горы? Никто? Ну, то есть, если кто-то занимается, то, по крайней мере, знает, о чем я сейчас скажу. А, например, когда человек поднимается очень высоко, да, там, Джомолунг, Майчет, какие-то пики, что происходит с человеком? Меняется просто его внутреннее содержание, потому что содержание кислорода на вершине, оно значительно меньше. То есть человека, например, можно сразу же взять на вертолет и вывести на вершину горы. Что с ним случится? Дай Бог, чтобы не умер. То есть, соответственно, для того, чтобы выйти на вершину, нужно что? Подготовиться. И действительно, пока вы восходите на эту вершину, у вас все гладко и прикольно? Нет. У вас есть падение, у вас вы срываетесь, вы повреждаете себе ноги, руки и все остальное. Но вы подготовите, вы выходите на эту вершину подготовленным. И вот то, что на секрет, это абсолютно гениально просто. Вы должны просто это для себя осознать. Вы должны видеть свой результат, который вы хотите, но при этом вы должны наметить, что путь, по которому вы пройдете. Спасибо, что я просто не сдержался. Давайте по вопросам, потому что я еще могу... Ваши вопросы. Хорошо. Да, в каком возрасте вы поняли, что чего вы хотите и кто вы его хотите? В каком возрасте это было примерно? Вот сфокусировались на одной идее, на одной задаче, результат. Это немножко разные вопросы. В 20 лет я поняла, где я хочу работать. Я благодарна человеку, который меня просто направил и задал мне этот вопрос. Иногда, скажем так, наши родители или наши друзья, хочешь идти. Да? Мои родители были всегда так, они у меня папа медик, а потом анамыш. И он всегда шутил, что тебе покажет, иди куда хочешь. Ты будешь в мест, пойди в мест. А мама была более спокойна в этом плане, она сказала, ты выбрала, иди. Никто никогда мне не задавал вопроса по поводу того, реально ли ты хочешь идти туда, куда ты идешь. В 20 лет я для себя просто поняла, что я просто заражена Каннскими львами, фестивалем рекламы и всей этой тусовкой, мне очень это нравится. Но вопрос, кто я отвечаю до сих пор. И это очень сложный вопрос. И честно скажу, у нас у всех есть очень много кризисов и волнами. Иногда вам кажется, я могу, пример, в 27 лет мне казалось, что вау, вообще супер. У меня работа есть, машина есть, квартира есть, все прекрасно. В какой-то момент этого всего не стало. И ты сидишь через 3-4-5 лет. Рекламный бизнес, банковское отдело, видеопродакшн, FMCG, это производство, свой собственный бизнес, включая продажу меда по ресторанам, и киноиндустрия. Честно скажу, вот сейчас, последние 2 года, это абсолютно
мое. Оно очень связано с рекламным бизнесом, потому что это очень много активности, это премьеры, это кинофильмы. Опять-таки, с чего я начинала и на что я писала свою работу, дипломную работу, видео, я к тому и пришла. Но вы видите, у меня заняло 15 лет, чтобы понять, что последние 2 года я все-таки работаю в киноиндустрии. Я надеюсь, что у вас это займет меньше времени. Да, я вот, кстати, вчера разговаривала со своим другом, ему 43 года, и он говорит, ты знаешь, у меня нет цели, хотя у него все есть, у него семья, и бизнес. Он говорит, я вот закончил какой-то проект, и вот чувствую, что 2 года человек живет в этом состоянии. 43 года, все есть, все классно, все отлично. Да, было такое, достигаешь цели, самое главное, корону снять. Мне очень нравится... скажем так, притча приходит к раввину Авраам и говорит, ты знаешь, у меня все так плохо, у меня просто все ужасно, жена от меня ушла, бизнес расстроился, я ведь заболел, долги какие-то, что делать? Он говорит, ты знаешь, ты возьми постер такой, напиши, так будет не всегда, и повесь его везде у себя на стену. Он говорит, ты что, сумасшедший, да ты что, не понимаешь, я же, у меня рушится жизнь, я просто на грани. Повесить постер. Ну, проходит год, приходит этот же человек, Раина говорит, ты знаешь, все прекрасно, вот просто бизнес, и с женой, и с детьми, и с долгами всеми рассчитался. Все, я просто счастливый человек, как я могу тебя отблагодарить? И Раина говорит, ты знаешь, ты листочек не снимай. Поэтому вот это ощущение листочка не снимать, по поводу того, что так будет не всегда, это опять-таки и ответ на вопрос, когда мы добиваемся цели. В этот момент главное, наверное, не остановиться и найти для себя другую цель или другое вдохновение. В тот момент, когда вы добились, и вы чувствуете, ну все, что-то не туда, это достаточно тяжело. Анастасия, я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, я пользуюсь положением. Скажите, пожалуйста, действительно, вот для вас есть какая-то разница между двумя понятиями? Амбиции и амбициозность. Потому что на самом деле, действительно, здоровая амбиция – это то, что нас ведет вперед, а амбициозность – это то, что нас очень часто куда-то уводит в сторону и лже какие-то цели нам ставит. Это как разница между самолюбием и себелюбием. Да? Мы можем себя уважать и не давать себя в обиду, но когда мы чересчур себя любим, это очень хорошо видно. Значит, пожалуйста, если вы, наверное, отдалы. Амбиции – это есть такие здоровые амбиции, нездоровые амбиции. Да? Все амбиции строятся на объективном восприятии себя. Не знаете, как себя оценить, пойдите спросите у людей. Реально. Ну, можно подойти к любому вашему другу и сказать, ты можешь мне честно ответить, да? Но вопрос каких-то недостатков – это вопрос работы над собой. Здоровые амбиции – это класс. Я хочу там, поехать в Оксфорд, я хочу там, работать в Microsoft, в Apple. Отлично, двигайтесь к этому. Это ваша амбиция, это ваш рост и ваша, кстати, очень высокая планка. Не забывайте про гору, не забывайте про то, что короны иногда нужно снимать и объективно воспринимать свои способности. Когда приходит ко мне человек и говорит, я не знаю английского, ну совершенно не знаю, но я хочу вот там выступать, я хочу поехать в Лондон, и вы, пожалуйста, ну, я говорю, подожди, сначала ты сделаешь вот так, вот так, вот так, потом ты поедешь в Лондон выступать. Спасибо. Это очень тяжелый баланс, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день.
у меня ребенок подросток, ей 12 лет. И каждый день, когда я каждый раз, когда уезжаю в командировку, у меня чувство вины нереальное. Потому что она говорит, мам, ну как бы я с тобой хочу. Естественно, что я не могу ее взять. Но вопрос баланса, это очень важно, когда есть огромное количество советов, рекомендаций и каких-то практик, когда вы работаете четко в определенное время. Это тяжело сделать, но это возможно. Вопрос просто иногда встать и умыться. Иногда просто изнутриться, очень тяжело встать и умыться. Ты вроде ничего не делаешь, ты уже все сделал. Но ты сидишь по привычке, там даже, ну, может, там письмо какое-то, я еще отвечу, а может, тут еще. В итоге очень много прокрастинации и бесполезно потраченного времени. Можете провести с семьей. В моем случае это так. У меня суббота, воскресенье, я отвечаю на телефон. Я стараюсь практически не реагировать. Я работаю иногда в выходные. Если у меня есть возможность взять мою семью к себе на работу, ну, господи, в кино, тут мне немножко повезло. Но если есть возможность где-то как-то выкроить время, то мы всегда вместе. Вопрос просто контроля и баланса. Но это у вас внутри. Как запланировать любовь? Здесь камера не была включена, я бы, конечно, немножко больше рассказала, но нет. Ставьте руку в отвечу. Я говорила про то, что в 20 лет я разобралась, где я хочу работать, и упорно пошла работать в главный бизнес. 21 я беременна. Я проработала буквально 8 месяцев и поняла, что я жду ребенка. Мы были очень счастливы на самом деле с моим мужем. Но опять-таки стал вопрос, карьера, ну как, что? И он сказал, ну а что тебе мешает? Ты здоровая барышня, работай себе до 9 месяца. Я работала до 9 месяца, ничего не случилось, все прекрасно. Потом вот и работала дистанционно, потому что я пришла в агентство, уже когда последний срок был, и говорила, что я очень боюсь остаться без деятельности. Для меня счастье в деятельности. Мне очень важно быть активной. И я буду дома, но я хочу вести два проекта, которые не занимают много времени, но требуют 2-3 часа в день. И агентство пошло мне навстречу, и они дали мне эти проекты. Я работала из дома год, потом вышла на работу. Ничего не случилось страшного, ребенок здоровый, красивый и все прекрасно. Поэтому, да, и как-то будет. Еще вопросы. Да, вы говорили про Лос-Анджелес, про Да, компания очень сильно изменилась.
это несколько лет, и прежде всего от того, что поменялась стратегия развития. Да, то есть у каждого бренда есть свой цикл жизни. Зачастую бренды живут, вы знаете, и учите это наверняка 2-3 года. Я это даже учу со своими коллегами, потому что я являюсь экспертом клуба маркетинг-директоров, и мы это сидим кулуарно. Я же учу, что наш цикл жизни 1.5-2 года обычно очень быстро меняются маркетинг-директора между собой или уходят на более высокие позиции. И вот с мультиплексом случилось следующее. Компания двигалась по определенному развитию, и когда происходит застой, да, в какой-то точке, нужно менять стратегию, нужно понимать очень четко, как ты будешь двигаться. Мы стали строить кинотеатры совершенно уникальным дизайном. Для нас лавина, это был такой эксперимент, мы сделали белые полы, куча розового, неона, много зон для селфи. Мы стали заходить все больше и больше в торговые центры и максимально расширяться. Если раньше мы работали, например, на привлечение и удержание существующих посетителей, то сейчас мы начали расширять географию. Это стратегическая позиция, и это, наверное, то, что вот за последние 2 года мы построили 4 кинотеатра за 2 месяца. Но, по сути, это то, что нас немножко вытолкнуло, потому что первое – это огромный драйв и адреналин, выдержать это и сделать это красиво. А второе – это стратегическое расширение географии. Но для каждого бренда это будет по-разному. Иногда есть кризис-менеджмент, вы, наверное, тоже его изучаете. Это первое, когда должен человек прийти и повернуть компанию в другое русло. Такие люди есть, но они должны быть очень харизматичные и очень лидеры. Их тяжело найти. Я почувствовал себя как-то неуютно, потому что живу возле лавины, ни разу там не был, ни разу не был в мультиплексе. Придется точно сходить. Завтра придется завтра идти. Хорошо, еще ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, а что было вашей главной мотивацией все эти годы? Какие главные вопросы? А как мне приятно, один бывший студент задает вопрос. Сейчас сегодняшний студент задает вопрос. Так что, Анастасия, тут половина моих. Да, очень хороший вопрос, на самом деле, как мне кажется, что это выдалось мне лекцию прочитать, и не я вам, потому что ну, вам со стороны ведь не дает. Для меня мотивация всегда была саморазвитие. Скажем так, я человек, который объективно воспринимает свои недостатки. Честно скажу, я, например, очень многим всегда недовольна. Да? Но недовольна не в плане людей, а в плане того, как я делаю. И я перфекционист. Мне нужно всегда больше и больше, я начала учить 3-й иностранный язык, строить какие-то новые проекты внутри мультиплекса, потому что мне это интересно, меня это драйвит. Для меня очень важно иметь постоянный драйв в работе. То есть вот почему банк убил мою карьеру, ну, по сути убил, я его ничего не убила, а немножко так я выпала из жизни на 2 года, просто потому что я пришла и села за компьютер, и я не могла работать. Не мои. Но есть люди, которые работают по 20-30 лет в банковской сфере и нереально круто себя чувствуют и счастливы. Цели на данный момент, да, у меня есть список целей, они разные и по работе, и личные, но в первую очередь это запустить 2 проекта, которыми я сейчас живу. Это мотивационные проекты и для украинских женщин, да, чтобы немножко взбодрить и вселить уверенность в себе и доказать, что они на самом деле способны нам больше. Вот. Этим готовимся, этим живем, но опять-таки придумать проект можно всегда. Вопрос его реализации. Вот я немножко застряла с реализацией, но постараюсь исполнить. Хорошо, если у нас уже такие личные сегодня вопросы, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Анастасия, в списке ваших целей есть такой проект, как «Еще один ребенок»? Ну, это позволит вам просто перейти на другую улицу. Да, есть. Это как такие вопросы. Поднимайте свои стандарты. Чем больше ваши
выше ваши стандарты для себя и требования для себя будут, тем легче найти работу, тем легче преуспеть в ней. Ну, практически Анастасия только что озвучила недавно придуманный мною принцип 10-11. Тоже скажу, что это такое. Еще ваши вопросы. Кто? Работа и отдых. Вы как знаете, есть цель, и ты вот проведешь 24 часа, а потом это хорошо или это плохо? То есть не всегда хорошо. Ты должно иметь временные рамки, потому что есть такой эффект перегорания. И очень часто люди приходят на работу, особенно на первую работу, когда ты горишь по 3 месяца, ты работаешь нон-стоп. В этот момент организм, если вы почитаете, есть очень классные статьи на Википедии и на английских ресурсах, это специфика нашего мозга. Да, и психосоматически, и то, как наш мозг распознает те или иные стрессовые ситуации, как мы ставим перед собой на эти цели. Так вот, всегда держите баланс. Можно задаться целью и сказать, окей, вот 2 месяца у меня будет стресс, это как сессию сдавать. Честно говоря, я поступала, я не спала в ночь перед поступлением, перед первым вступительным экзаменом, я до 6 утра я учила. Вот. И потом 8 нужно было сдавать. Но это стрессовая ситуация, когда вы понимаете, что это только сейчас, и это все-таки лимитировано. Но давайте себе отдых, без отдыха невозможно креативность. Креативность, наверное, все знаете, да, что когда мы ложимся спать, нас начинает просто переть от идей, да, и мы куча в голову лезет. Держите карандаш и ручку после, записывайте и отдыхайте. Конечно. Давайте так, еще один вопрос, и будем. Ну, давайте. Я начала работать в 17, хотя нельзя. Я хорошо еще знала французский язык, и меня пригласили, скажем так, друзья семьи. Нужно было перевести переговоры между французской компанией. Ну, какой-то договор они подписывали, и я была переводчиком. Я работала с документами. Потом я уехала во Францию работать. Это был физический труд. Я работала на предприятии, которое делало гаражные роллеты. Сверлила дырки, закручивала и очень хотела заработать на машину. В итоге заработала 600 евро, но очень расстроилась, потому что было мало за 4 месяца. Ну, надо было там жить тоже. Вот. Но тем не менее, могу любые гаражные роллеты вот такого плана купить вам за 5 минут. Не знаю, как они работают и из чего они состоят. А основная работа была на 4-м курсе. Я училась, но у нас была 3-я смена. Мне очень сильно повезло. Это было бюджетное отделение, но мы начинали учиться в 5 вечера. Потом 4-5 курс я работала уже, и потом я еще училась параллельно во французском университете Альфинсу. Но все реально, абсолютно все реально. Нормальный диплом. Поэтому все реально, а все получается, все получится. Самое главное, что делать? Четко поставить цель и ей следовать. Всем спасибо. Ваши будут аплодисменты.